Ты слышишь это? Да. Получается, в Киеве реально где-то сиреноголовый. О, господи, Настя, черт, это он, господи! Че творим, бля, меня зовут Царь Геонис, и просто сразу же приподписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь бля, древо Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против песни нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть совместной баде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм-банда — это срочное включение, потому что в мире происходит какая-то жесть. Вот только что по новостям передавали, что в Киеве ходит какой-то огромный монстр, который больше 10 метров. С самого ранку розривається інтернет. В Києві по вулицях розгулює міфічне чудовисько. Очевидці кажуть, що ріс цього чудовиська більше 10 метрів. Замість голови в нього два рупори, з яких чути сирену про небезпеку. Саме чудовисько зливається з міським середовищем. Виглядає воно як звичайний електростовп. Є вже один постраждалий, який власними очима бачив це чудовисько. Ви тільки вслужитесь в це, це просто жесть! Нових фото і відео нам не показали, але по описанню ми можемо поняти, що це сиреноголовий. Як ми з вами знаємо, банда сиреноголовий збіжала з фонду ЕСІПІ і зараз передвигається по миру. І іменно в цю ночь він оказався в Києві. І я обов'язково должен його зняти і посмотреть, як же він виглядить в реальній житті. А не видіти тільки ті фейкові відео, які є в інтернеті. И также, банда, я уже подготовил куклу Вуду на этого сиреноголового. Я очень надеюсь, что с помощью этой куклы Вуду я помогу правительству поймать его. Потому что это очень опасный монстр. Он очень опасен для общества, он может просто-запросто разрывать человека. Тем не менее, брат, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда я уже совсем скоро использую эту куклу Вуду. И, возможно, раз и навсегда уничтожу этого монстра. А также, брат, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь своих с Настей и инстаграма мы общаемся с вами, банда. Вам всего лишь нужно подписаться на наши инстаграмы и написать нам директ и все ждать ответа, а мы уже совсем скоро ответим. Так что не ставь лайк, все ссылки в описании, а мы тем временем попробуем снять сиреноголового. Погнали! Окей, Суприм-банда, надеюсь, вы готовы, потому что сегодня мы, возможно, увидим настоящего сиреноголового. Итак, то, что мы знаем о этом монстре, то, что у него вместо головы два рупора, из которых очень громко издаются звуки. К примеру, самый популярный звук — это сирена, по которой мы в основе можем понять, что сиреноголовый где-то недалеко от нас. И, банда, я думаю, что нужно пойти к окну и послушать, возможно, уже где-то здесь, и нам даже не придется его никак звать, он сам сюда придет. Итак, самое главное — это быть очень аккуратным, потому что, как я знаю, сиреноголовый сейчас самый опасный из SCP. Тем не менее, бро, я открываю окно, чтобы хоть что-то услышать. Ты слышишь это? Да. Господи, еле-еле, но слышно сирену. Получается, это все не фейки, новости были правдивы. Получается, в Киеве реально где-то сиреноголовый. Господи, это просто жесть, бада, мне в это не верится. Окей, бада, мне кажется, что он недалеко. Где-то за 2 станции метро от нас. Тем не менее, нам нужно его как-то призвать сюда, чтобы он пришел сюда, именно в этот район. Только вот как это сделать, банда, я не знаю. Потому что ни в интернете, ни на каких формах в даркнете нету никакой информации, как призвать сиреноголового. Именно поэтому я не знаю просто, что делать. Я очень надеюсь, что он сам захочет прийти сюда. Хотя, погодите, а что если мы попробуем перехитрить сиреноголового? Что если взять ноутбук и, к примеру, включить звук сирены? Тогда, возможно, сиреноголовый подумает, что здесь кто-то из его вида, такой же самый, как и он, еще один сиреноголовый, и захочет сам сюда прийти. Это, естественно, глупая идея, но другого варианта я не вижу. Нужно попробовать хотя бы сделать это. Возможно, это реально сработает. Окей, Суприм-банда, я понимаю, это максимально странная идея. Но у нас просто нету другого выбора, мы должны хотя бы это попробовать сделать. Тем не менее, бро, надеюсь, мы готовы. Окей, его все еще так же самое слышно. Запускаем наш звук. Это просто жесть, это максимальный звук. Хватит уже! Это просто жесть, банда! Оно было очень громко, надеюсь, что бы никто здесь не испугался. Тем не менее, вы слышите это? Звук начал быть еще громче. Получается, он уже идет сюда, черт! Это просто жесть, Суприм-банда, это сработало! Кто подумает, что эта глупая идея реально сработает? Окей, нас идем скорее. Нужно где-то спрятаться, а то он может запросто нас убить. Господи, банда, кто подумает, что такая глупая идея реально сработает? Получается, сиреноголовый реально повелся. А то есть, если он повелся, то есть еще один кто-то такой же самый, как и он. То есть, получается, в нашем мире может быть 2 и больше сиреноголовых. Тем не менее, бро, все, что я знаю о сиреноголовом, это то, что он живет только в лесной местности. Он прячется между деревьями и между столбами с электричеством. По-другому мы его никак не распознаем. Именно так он выжидает свою жертву. И я очень надеюсь, банда, что я никогда ему не попадусь. А также, банда, я знаю лес, где в основе живет этот сиреноголовый. И если вы вдруг хотите, чтобы мы с Настей
отправились в тот лес. Напишите об этом в комментариях, и мы обязательно это сделаем. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Тем не менее, бро, есть всего лишь одна проблема. Я не знаю, как привязать эту кукловоду к нему. Потому что, как я знаю, у него нету кожи, у него там какие-то гнилые провода. Именно поэтому я не знаю, как привязать эту кукловоду. Но я очень надеюсь, что у нас получится это сделать. А также, Настя, если вдруг сиреневая голова придет сюда, нужно будет выключить свет и включить ночной режим. Чтобы он нас не увидел, а то он может сильно разозлиться. И тогда мы уже станем с тобой его жертвой. Да, хорошо. Окей, подойди мне меня. Погодите, я вспомнил. Я же недавно в интернете купил доступ к всем камерам Киева. То есть я могу прямо сейчас проснить, где он. Я могу сейчас прямо узнать точное место, где он находится. Господи, банда, как я мог забыть об этом? Окей, Суприм банда, надеюсь, вы готовы, потому что я очень волнуюсь. Потому что этот монстр очень опасный. Раз уж он смог разнести весь фонд DCP и выбраться оттуда, то что ему стоит моя квартира и моя жизнь? Тем не менее, я запускаю программу, которую я уже купил в интернете, которая мне даст доступ ко всем камерам этого города. Окей, банда, выбираю свой район, и вот так это выглядит. Просто посмотрите, это же видно мой дом. То есть, если сиреневой будет подходить к моему дому, я могу запросто его увидеть. Так, окей, что здесь дальше? Окей, это с угла моего дома, эту камеру мы уже видели раньше. Здесь только еле видно, потому что здесь нету никакой лампочки. Итак, дальше. О, банда, это дорога. Я, если честно, думаю, что сиреневой как раз будет двигаться по ней. Все потому, что он испуган, ведь он никогда не видел так много людей, как в Киеве. Он привык быть в сельской местности, а тут он оказался чуть ли не в центре Киева, около нашего дома. Окей, дальше видно какой-то дом. О, ты это видела? Да, что-то пробежало. Возможно, это был он, ведь, как я знаю, он очень быстро двигается. И куда он тогда убежал? Окей, это все камеры, которые есть около нашего дома. Получается, что наш призыв уже сработал, и он уже где-то здесь. Тем не менее, давайте смотреть, что еще есть. Ничего, 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 господи, ты видишь это он стоит. Это просто жесть, банда, вы это видите? Это реально он. Он маскируется, что он столб. Это уже около нашего дома, черт, нужно что-то делать. Черт, Суприм банда, я просто не могу в это поверить. Сирена головы реально существует, мы сами его только что видели на камерах видеонаблюдения. Господи, он где-то около моего дома. Нужно срочно где-то спрятаться. Черт, посмотрите, кукловоду. Нужно ее где-то спрятать, потому что если он ее увидит, он ее просто заберет. И больше мы его никак никогда не уничтожим. Дай его спрятать. Окей, давай спрячем стиралку. Думаю, куда-куда, но сюда точно не будет заглядывать сиреноголовый. Тем не менее, бро. О, слышишь это? Да. Это просто жесть, он уже где-то здесь. Идем на балкон, попробуем снять его с балкона. Возможно, мы его сейчас так увидим. Это просто жесть, банда, мне в это не верится. Это реально он. Господи. Черт. Окей, вроде бы нигде не видно. Черт, банда, просто посмотрите. Здесь нигде не видно сиреноголового. Как же это громко, это просто жесть, банда. Окей, банда, я не знаю, что делать дальше. Но он явно где-то здесь. Черт, это просто жесть, какой же он громкий. Окей, я просто закрою окно. Это такая жесть, банда, мне все еще в это не верится. Тем не менее, нас скорее бежим. Нам нужно где-то спрятаться, он очень опасный. Это просто жесть, Суприм банда, мне реально в это не верится. О, господи, Настя, черт, это он, господи. Скорее, Настя, черт, это просто жесть. Это был реально он, господи. На камеру, скорее включи ночной режим, а то он может увидеть нас. Да хорошо. О, это просто жесть, банда. Мне просто это не верится, это был реально он. Он был около моего окна, вы это видели? О, господи. Настя! Настя, где ты? Черт, Суприм банда, посмотрите! Неужели сиреноголовый забрал Настю? Это просто жесть, здесь открытое окно! О, я все еще слышу его, это просто жесть! Он где-то там, но где Настя? Кукловоду, кукловоду, она должна быть на месте! Окей, банда, хотя бы кукловоду осталось! Это просто жесть, думаю, с помощью этой кукловоду я точно верну Настю! Но, банда, одна проблема, я не знаю, как привязать эту кукловоду к сиреноголовому! Хотя, погодите, по-любому должно было что-то остаться! Просто посмотрите, это его так званая кожа, черт, какая же она стрёмная, это просто жесть, банда. О, господи, мне еще остается ржавчина. Окей, банда, думаю, с помощью этого я точно привяжу кукловоду к сиреноголовому. Господи, какое же оно необычное ощущение, это просто жесть. По идее, если эту кожу я всуну в эту кукловоду, то тогда кукловоду точно привяжется к сиреноголовому, и я смогу каким-то образом спасти Настю. По идее, банда, если я сделаю больно сиреноголовому, то он отпустит Настю, и Настя сможет как-то убежать от него. Окей, Суприм, банда, нужно привязать эту кукловоду.
кукловоду. Сделайте прям сегодня до банда. Давайте наберем 10 лайков, и тогда я это сделаю намного быстрее. Я просто очень переживаю за Настю, очень надеюсь, что она будет жива-здорова. Тем не менее, бро, я также переживаю за время, потому что за это время, пока я тут разговариваю с Ириной Головой, может уже убежать из Киева. Он может идти куда-то далеко с моей подругой Настей. Окей, будет его комментарий из прошлого видео. Господи, видите, какие они шикарные, идеальные комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь последующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже. Нажать на свой лайк, колокольчик и все продолжим на видео. На колокольчик, комментуй на видео, бандит. Также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Я очень надеюсь, что я ее спасу. И пропомни одно, оставайся к тебе шикарным. Пока!